Я Лайков Дмитрий, я обучаюсь на программе синглдрамы, точнее, я уже заканчиваю в Московском институте психоанализа. И среди плюсов мне бы сразу хотелось отметить, это емкость обучения, потому что в формате именно такого обучения мне удалось понять все основные принципы психоанализа, начиная с его основателя Зигмунда Фрейда и придя к Лёйнеру, который, собственно, и основал тот подход, в котором мы обучались. Мне понравилось то, как проходила в целом практика, потому что я могу сказать о том, что практические знания я отсюда вынес. Но больше всего мне понравилась непосредственно теоретическая часть, которая была для меня наиболее ценной и для моей дальнейшей практической работы. Сюда пришел я с целью узнать что-то новое, как-то повысить свой уровень знаний в области психоанализа, потому что моя основная сфера немного отличается от этого. Ну и, собственно, на этом все. Приходите учиться в МИП.